Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмун, и ребята, там какой-то шайн, я сразу же... Ух! Ребята, сейчас, просто так... Сразу там шайни какой-то заспавнился, или кто это там был. Но, ребята, шайни зубат. В предыдущей серии мы его не словили, а тут эта зараза опять заспавнилась. Охренеть. О, сразу так попали. Я думал, сейчас мы не знаю, сколько его ловить будем. А то он такой мелкий, хрен его словишь. Отлично, ребята. То есть сразу так шайни какой-то там заспавнился, и сразу же зубат это оказался. Отлично, и мы его еще и словили. В предыдущей серии просто там тоже зубат же один заспавнился, и мы его, ну как, ни хрен словили. Только как мы начали к нему рыться в землю, он в шахте заспавнился, а не вот так снаружи. Как только мы начали к нему рыться, он уже пропал. И, в принципе, вот еще один зубат тут был, Арон. Да, нет, наверное, не будем мы за ним рыться. Сейчас, ребята, мы, наверное, все-таки дальше потопаем на остров, то есть и дальше, в принципе, прокачивать наших покемонов, и дальше вот это, и дальше прокачивать наш орб, сколько там, 239, если мы хотя бы дойдем до 220-230 побед над покемонами в этой серии, то это уже, ребята, будет нормально, потому что потом можно, может, еще одну где-то серию, и... Мы уже, наверное, прокачаем орб. Давайте запомним, 240 пускай будет, да? 240 покемонов. Давайте как раз сейчас долетим туда, правильно лечу? Да, вроде правильно. В ту сторону... нет, тут лучше подняться, а то так над лавой. А, Магмортар у нас уже, ребята, 60 уровень. То есть все, ему уже даже не нужно прокачивать. Первый покемон в этой команде, который уже 60 уровень. И еще, в принципе, нам осталось каждому покемону ровно по 20 уровней. Самуроту 19. И все, ребята, там через лаг был. Приветушки, приветушки. И все, ребята, то есть, если так считать, нам сейчас нужно ровно 100 раркенди. У нас есть 40. Ну, еще 60 или 60 раркенди, или хотя бы каждому еще прокачать. Ну, допустим, где-то по 5-7 уровней, если мы каждому еще прокачаем, это вообще охрененно будет. Ну, до тех пор, ребята, как мы прокачаем всем нашим покемонам еще хотя бы по 5-6 уровней, то, мне кажется, мы уже и орб прокачаем. Если там 240 осталось, то это, в принципе, нормально. Сейчас в этой серии, ребята, мы, наверное, все-таки только будем на острове, посмотрим, сколько... Твою мать! Старраптор, вот ты... Ты чё, прикалываетесь? Чё мне сейчас... минус 237... Минус... Нет, 837... 1400... Охренеть, сколько тут боссов! Тентакруэль, Старавия... Кто? А, Старавия... Еще босс заспавнился, охренеть. Еще и Пунита там. Или это... Ладно. Где? Где? А, не Пунита, а Пласлый. Вот, отлично. Нужно попробовать поубивать вот такими покемонами, то есть... тем же Самуротом, да? Так как, чтобы их уже сейчас прокачивать, а не прокачивать того же Магмара только, да? А то, в принципе, сейчас, если мы дальше будем продолжать прокачивать Магмаром, то это как-то не очень получится, потому что, можно сказать, Магмар у нас уже 60 уровень, так что уже нужно и такими дальше прокачивать, другими. Так, нет, не Поки, а Поки. Так, ну, я не знаю, ребята, на этом острове мы останемся, или фиг его знает. Или на другой куда-то пойдем. Нам, в принципе, сейчас нужно любых покемонов убивать, нам как бы нужно прокачивать орб, и тем же самым, ребята, мы будем уже прокачивать и наших покемонов. Если Самурот, в принципе, будет нормально справляться, вот хотя бы у 20 уровней с одного удара убивать, то уже нормально. А почему он не тратит даже вот это, свои способности? Как и было 20, так и есть. Хрен его знает. Ну, конечно,
вот этих он не очень так быстро убивает с трех ударов. А вот таких, в принципе, нормально. С одного удара как раз нам нужно. Это то, что нужно. Нет, ребята, на этом острове охрененно так много покемонов. Нет, это этим не очень. Вот этим не очень так. А я не знаю, почему у него не кончаются вот эти удары. Смотрите, мы используем, как бы есть 10, так и есть. А вроде и не в креативе, и не в другом чем-то. А у него как есть вот эти 10. Так и есть. Смотрите, даже не используется. Фиг его знает, если честно. Так. Давай. О, еще сам урод. 45 уровень, больше, чем наш. Ну чё, давай, сразись. О, этот нормальный. Отлично. Сейчас, в принципе, всё, ребята. Сейчас мы уже сам уродом будем рубашить. Если, конечно, его не убьют. А смотрите, он то ли забаганный, или... Ему даже никто урон не наносит, смотрите. Сколько мы покемонов уже вот таких 40-х уровней перебили, и его еще даже ни разу никто не ударил. Я не знаю почему. И у него не кончаются вот эти. У него не кончаются удары. И с одного удара убил. А почему? То есть забагался, что ли, или чё? Хрен его знает. У него даже шапка обычная, не какая-то там, ну, экспешер. А почему он такой? Я не знаю. Ребят, смотрите, его вроде бьют. Я не верю, что мы уже убили столько покемонов, и его даже никто ни разу не ударил. Смотрите. Ну да, наговорил, да? Ну ладно. Я думал, уже реально что-то забагался там, что ли. Хотя, я не знаю, почему у него не кончаются вот эти удары. Ну ладно. Так. Так. Отлично. Может ему какую-то шапку одеть, чтобы он еще сильнее был. Тот же Life Orb, вроде мне там объясняли, вроде писали, что она на 30 урона больше наносит с атаками, но что-то на 10% он больше урона там получает или что-то такое. Во, это как раз отлично. Давайте сейчас попробуем эту атаку. Что там мы выучили? Aqua Tail. Видите, даже атаки не изучаются. Даже атаки ему не изучаются. Чё-то реально забагался вот этот сам урод, мне так кажется. Даже атака ему не изучилась, хотя мы ее изучили. И у него не кончаются вот эти удары, у него какие-то бесконечные они. Хрен его знает. Я говорю, ребят, чё-то этот сам урод выпил. Забухал, короче. И забагался тем же самым. Потому что реально, смотрите. Вот, ну да, сейчас его убили, но сама суть. Как его мог убить вот этот одним ударом 6 уровень? То есть, он когда просто так берет и сам умирает, мне так кажется. Он реально забагался. Хрен его знает, честно, ребята. Так, вот этих двух еще бы нам словить, но нужно Шелдера. Его у нас еще нету. Так. И вот так, отлично. Какой. Самурат 45 уровень. Ни хрена себе. О, все, смотрите. А нет. Давайте еще раз вылечим. 45 уровень. Охренеть, мы ему 4 уровня уже прокачали. А вот сейчас, видите, уже 6, тут они 10. Но те же 6 не кончаются. Почему-то так, как там пишет 6, так оно и есть. Бред какой-то. Не, ну самурат реально сильный. 45 уровень, смотрите, валить он может, и, в принципе, реально, мы его так быстро даже прокачаем. Прокачаем, если получится, хотя бы до 50 уровня. Как только мы его прокачаем до 50 уровня, ребята, берем, я не знаю, берем того же Люксрея и его попытаемся прокачать тоже до такого. Потом нашего рискованного Глума тоже.
Отлично. Еще одного словили. Глума нашего. А это офигенный остров. То есть смотрите, вот тут нужно запомнить. То есть тут реально так и прокачиваться нормально можно. Сейчас бы еще посмотреть, сколько. У нас было 240. Уже 202. То есть смотрите, ребят, офигенно. За одну серию, можно сказать. Как за одну серию? Еще не за одну серию. Вот только сейчас мы уже выиграли у 40 покемонов. И нашему самуроту, уж сейчас посмотрим, сколько мы уже ему прокачали. Мы ему уже прокачали, ребята, ровно 5 уровней. Ну, капут, кинули его случайно в воду, пока он долетит туда, то это сдуреть можно. Так, давайте вот это. Офигенно, ребят. Пока кач идет нормально, так мне так кажется, то есть... А в принципе мы больше даже никому ничего не прокачали, ни одного уровня. Только с... А хрен его знает. Остальные вообще уровни качаются или нет? Чё бы выкинуть? У нас тут куча всего, я вижу. А... Так. Сейчас, ребята, посмотрим, качаются ли вообще остальные уровни. Хотя, в принципе, смотрите, не так уж и много опыта идет, поэтому даже если остальным качается, то это понятно. Потому что, смотрите, мы так и убиваем 15-х уровней, и мы их убиваем только потому, что... Нам как бы нужно прокачивать орб, да? Мы же всех подряд убиваем. Иногда там, конечно, попадаются 40-е уровни и все такое, но не часто. Поэтому, наверное, мы пока что и не прокачали больше никому уровня. Но зато саму роту 5 уровней прокачали. Это, можно сказать, на 5 раркенди нам меньше использовать. А сейчас минус 13 пишет. Охренеть. Так. Отлично. Смотри, а сейчас мы вообще не можем использовать, даже после... Ты самурочат вообще охрененно забагался. А сейчас даже после хила мы не можем использовать, потому что пишет, что у него минус 13 атак, что мы использовали. Вот вы забагались, а. А сейчас, смотрите, ребята, он даже жизни не восстанавливает. У него 107 жизней, и смотрите, он даже жизни не восстанавливает. Что-то он реально забагался. Ну, раз мы ему уже прокачали 5 уровней, давайте дальше будем... Охренеть, рискованный Глум реально сильный. А сейчас давайте риск... И у Глума тоже. Короче, у нас все команды, ребята, заглючило. Сейчас у всех будет атаки там по минус 10 атаки, мы вообще никакими атаками не сможем бить. То ли перезайти нужно или что, ну хрен его знает. Забагалась, короче, вся команда. Мне так кажется. Так. Ай, да нет, 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 нет. Ну ладно. Так. Ну, самурот реально, ребята. Ровно 5 уровней мы прокачали. Ровно 5 уровней. Если вот так каждому прокачать по 5 уровней, то это на 20 раркинди нам меньше нужно будет использовать. 25 даже. А это до хрена. Вот то, что я говорю, ребята, вот так целая команда сейчас заглючила. Сейчас вообще никакими ударами мы не сможем атаковать, потому что нельзя будет. Опять все удары в минус пойдут, как у самурота, там минус 10 ударов. И даже после восстановления они не будут после хилки они не будут восстанавливаться. Так. И кто там еще? Глум 40-й пока что не прокачался еще. Вот сейчас должен прокачаться. Нет. 47-й уровень, ни хрена себе. Вот. О, пошли уровни. Пошли уровни, но никому ни уровень даже не прокачался. А ну сейчас я на паузу нажму и перезайду. Итак, ребята, короче, перезашел я, потому что действительно что-то залагало. Сейчас давайте мы посмотрим, используются ли вообще вот эти удары. Потому что залагало что-то нереально, мне так кажется. Давайте сейчас посмотрим.
Самурод. Да, даже уровни шли, но как бы не показывалось. Сейчас 10. Давайте сейчас посмотрим. А то чуть реально просто залагало. Короче, забагалась, ребята, вся команда. Да, сейчас уже пропадают вот эти удары. Охренеть, что-то оно забагало. Ребята. Фиг его знает почему, но, короче, вообще. Так, о. С тебя можно. Вот сейчас уже, смотрите, вот сейчас уже идут. Да, отлично. Отлично. Два алмазика. Так. Отлично. Смотрите, ребята, какие у нас уже, можно сказать, покемоны прокачанные. Так. 43-й, 43-й, 46-й. Дальше. Так, вот. 46-й и там все по 43-м, да? Смотри, и почти что уже наш самурод 47-й. Уже 47-й. Офигенно. Офигенно. Вот, ребята, вот тут острове реально. И прокачиваться можно, и все такое, мне так кажется. На острове вообще охрененно прокачиваться. Тут куча вот таких водных покемонов. Если еще есть сильные электрические, то это вообще офигенно. Так. 156, ребята. Да, в конце серии, ребята, посчитаем, сколько мы за одну серию выиграли покемонов и сколько мы прокачали. Давайте, в принципе, этих, да, этих тоже можно убить, можно сказать. Сейчас уже как бы тренеры вроде работают, да, в предыдущей версии они что-то не работали или что-то такое. Так. Самурод, охренеть, самурод тут столько опыта идет, что это сдуреть можно. Ну да, в принципе, тот покемон, который как бы первый вступает в бой и не качается через XP Share, то ему как бы реально много идет опыта. Ну да, понятно. Водным против электрического, но все же. Ну, отлично. Так, самурод, смотрим, не забагался ли ты опять? Нет, отлично. Я не знаю, почему оно вот так, хрень какая-то вот такая была. Так, ну ладно, прокачиваем дальше. 48-й уже уровень, ребята. Ух ты, 40. Тебя как раз можно убить. Куча опыта идет, реально куча опыта идет. Фух, качаем дальше, как можно быстрее. А, вот. Ну да, в принципе. Давайте тогда магмуртаром. Так. Смотрим, сколько... Да бей ты уже! Этот не очень много, но... Так. Ладно, давай люксрей. Во! Отлично. А может люксреем? Ну, потом мы посмотрим, как он будет убивать тут. Самурод пока что нормально. Так, с трех ударов. Да твою ж. Ладно, пока он там лечит, можно покушать. Вот, отлично. Самурод пока что нормально так даже убивает, можно сказать. Конечно, не с одного удара, а с пяти бывает. Но все же. Так. За одну серию, мне кажется, даже прокачаться нормально. А, это я что, случайно тренера откинул? А, ну, в принципе, и так мы его убили. Отлично. Дальше. Он практически... Смотрите, ребят, за одну серию, если каким-то другим покемоном качаться, в смысле, не магмуртаром, а кем-то другим, чтобы ему больше опыта давало. Не давало опыт через XP Share, а давало опыт так, как бы, когда ты вот так прямо кидаешь покемона. Ну, в смысле, чтобы он первый вступал в бой, можно и так сказать, чтобы не качался через XP Share, а вот так прямо качался. То, мне кажется, нормально так опыта идет. Так.
Вот сейчас и даже на тренера. Смотрите, с тренера идет так по 500 опыта. Ну, смотря какие покемоны, какие уровень тренера. Но даже если так судить, то нормально идет. Отлично. Так. Люксрей 44-й, Самурот 49-й. Смотрите, смотри, ребята, мы Самурота, когда прокачаем до 50-го уровня, все. Дальше мы уже берем Люксрея. Когда мы Люксрея прокачаем до 50-го уровня, Самурот уже будет где-то 52-й, мне так кажется, с помощью Экспешера, да? И также, когда мы... Потом Арбака прокачаем, мы прокачаем еще и Глума нашего, рискованного Глума. Так, вот. Отлично. И в принципе, вот так, да, даже без тех же Раркенди, можно сказать, мы быстренько прокачаемся. Смотрите, Самурот уже сейчас будет 50 уровень. Уже 50 уровень. Давайте вот так. Все, Самурот 50 уровень, ребят, офигенно. Сейчас берем... Давайте Люксрея. Люксрей, в принципе, тут должен так нормально, мне кажется, убивать. Да. Ну, мне так кажется, потому что, в принципе, он электрический, да. Сейчас, ребята, посмотрим. Если до конца серии Люксрея прокачаем до 50 уровня, это вообще охрененно будет. То есть тогда уже будем знать, как еще быстрее прокачивать. Ну, как, не только одним покемоном всех прокачивать через XP-шер. А вот так. А еще лучше, знаете что? Пойти домой, взять Lucky Edge и через него и прокачивать. То есть еще вдвойне больше опыта будет. Вот это вообще охрененно, мне так кажется. Что мы, в принципе, наверное, в следующей серии так и сделаем. Будем так через Lucky Edge каждого прокачивать. И так, ребята, еще быстрее мы будем прокачивать команды. Так. О, вот что, кто, но Люксрей офигенно тут справляется. Так, Арбок, давай-ка ты тоже. Смотрите, он был 44-й, уже сейчас 46-й. А если будет Lucky Edge, то он уже был бы где-то 47-й с половиной, мне так кажется. Ну, не буду я говорить, потому что я не знаю. Но с Lucky Edge'ем еще, по сути дела, еще быстрее прокачивается. А если вот так смотреть, то смотрите на опыт, как он быстро заполняется. Охренеть, за одного 40-го уровня у него на процентов 30 опыт заполняется. Даже за 20-х уровней нормально так опыта идет. Офигеть, ребята, тут так отлично качаться, что это сдуреть можно. Может, нам тут домик построить и тут нам жить на островах каких-то. И вот тут нам прокачиваться. Смотрите, как просто опыт идет. Нереально быстро. Как раз вылечимся. Эти в бою. И те в бою. 47-й уровень. Только что был 44-й. Уже 47-й. Вот этого 40-го уровня, ребята, мы сейчас убьем, смотрите. Сколько опыта и сколько... Офигеть. Офигеть опыта идет. И даже нам опыт охренеть как идет, ребята. Мы уже 47-й уровень. Только что были там какие, 10-е? Ну, 10-е нет, но где-то 30-е. А сейчас уже какие? Ай, не тем ударил. Так. Даже вот таких мелких убиваем, то есть, чтобы тот же орб прокачать. А в конце серии, мне кажется, уже и орб потихоньку будет прокачанный. Так. У нас было 200... Ребята, у нас было 239 на начале. Ну, допустим, 240, да, округлим. 240. В конце серии посмотрим сколько. Смотрите, только просто-напросто посмотрите, ребята, на орб. Он уже практически заполнен. Так. Отлично. Давайте дальше быстренько прокачаем. Быстренько, быстренько. Люксрей вообще отлично справляется. Какой он уже? 48-й уровень. Был 44-й. Офигенно. Так. Быстро, быстро. Если до конца серии 50-й будет уровень Люксрей, это вообще будет охрененно просто. Так, давай. Еще раз. Глума давай.
А потом, после Люксрея, ребята, мы будем Глума прокачивать. Глум, по сути дела, тоже, мне кажется, нормально тут будет. Это же рискованный Глум. Так. Чё-то мне кажется, что там... Нет, не будет, конечно, орб до конца серии заполнен. На следующей серии мы уже его, конечно же, заполним. В следующей серии мы его уже 100% заполним. То есть, мне кажется, сейчас до конца серии вот этой, там останется где-то... Ну, где-то так 70-80, мне кажется. Ну, посмотрим. Может, я ошибаюсь, но... Посмотрим. Если вот такими темпами смотреть, как мы их убиваем, по 10-15 покемонов за минуту выигрываем. Это вообще офигенно. Это вообще офигенно. И Люксрей уже практически 50 уровень, ребят. Да твою ж. Эти в бою. Эти нет. Так. Так. Все еще в бою. Так. Ну тебя тоже можно. За тебя орб не прокачивается, но все же нормально опыта так. О, шайни. А он уже у нас есть. Или нету. Или есть, или нету. Не помню. А где он вообще? А вот. Есть. Поэтому. Поэтому нет, ребята. Не будем мы его ловить. Зачем его ловить, если он у нас уже есть? Так. Давай быстренько 50 уровень, и мы, наверное, топаем домой. Ну, почти, почти там уже. Еще чуть-чуть. Еще парочку таких 40-х уровней, и вообще офигенно будет. Так. Отлично. Вот, вот. А если бы мы прокачивали дальше, если бы мы дальше прокачивали Магмуртаром, это было намного бы дольше, мне кажется. А вот так, смотрите, за одну серию мы двум покемонам прокачали по 10 уровней. И остальным еще прокачали где-то по уровня так 3, 4, 5. Все, Люксрей уже 50 уровень, ребята. Давайте еще вот этих перебьем. 50 уровень, и Самурод тоже 50 уровень. Офигенно. Вот капут. Все, 50-й, 50-й. Глум 45-й. Давайте сейчас Глумом будем. Я не знаю, будет ли Глум нормально убивать. По сути дела, это же рискованный Глум, да? Он должен. Должен. Ну, посмотрим, как он сейчас Арбака убьет. Ну, по сути дела, где-то наравне с Самуротом. С трех ударов, с четырех ударов. Где-то вот так. Ну, нормально. Energy Ball'ом... ладно. Energy Ball'ом так, нормально. Если его, конечно, не убьют вот так, то нормально. Так, дальше. И потом посмотрим, ребята, сколько... Вот, смотрите, подели 57! Офигеть! А было 240. Сейчас мы убьем еще 20 покемонов, и мы за одну серию выиграли в 200 покемонов. Охренеть, ребят. 200 покемонов это дохрена. Так, главное не убей нашего Глума. Отлично. И Глум уже 46 уровень. Сколько опыта пойдет? Ладно, не показала. Сколько Глуму? Офигеть, Глуму тоже до хрена опыта идет. Ну, как бы понятно, всем идет. Ну, то, что суть, реально, офигенно. То есть, кач тут реально такой быстрый. Глум уже 46 уровень. Ну, давайте уже до 47 мы его прокачаем, мне даже так кажется. И это очень быстро будет. Так, это уже нет, вот. Уже 47-й.
Гигадрейн, Мегадрейн. Вот, давайте вот так. Сейчас вообще, по сути дела, он еще быстрее будет убивать. Ну, в смысле, еще сильнее будет. Ага, так, отлично. Сейчас давайте, я не знаю, может уже нам ор прокачать. Но я не думаю, что мы успеем, то есть. Ну давай ты уже. О. Я не знаю, успеем ли мы, потому что там еще, в принципе, 60 осталось. Уже, конечно, меньше. Сколько? 46. Я не знаю, ребята. Давайте уже до 40 дойдем и идем мы, ребята, домой. На эту серию, в принципе, мы уже просто нереально охренеть как. Прокачались 200 покемонов за одну серию мы. На 200 покемонов прокачались. Это охренеть как много. Вот этот остров просто охрененный. То есть тут такая большая всегда куча покемонов. Кому мы уровень прокачали? Ну кому-то там. Старавия 46 уровень. А, Арбо, в принципе, где-то так же должен быть. Так. И вот так. Офигеть, вот это реально быстрый кач, ребята. К следующей серии мы уже прокачаем нашу команду. В следующей серии наша команда уже будет прокачанная. И, в принципе, уже орб у нас будет. Потом мы уже сразу, ребята, пойдем второй орб прокачивать. Сразу же. Еще бы осветить, наверное, потом мы осветим вот это все. Чтобы еще светлее тут все было. И получше было бы качаться. Сколько? 35. Все, ребята, не будем мы уже прокачивать. В принципе, мы можем уже прокачать. Но давайте уже в следующей серии. Еще сейчас боссика убьем. Так. Рискованный глумчик. Еще мастер был. Охренеть. А где это все выпало? Там же написало, что мы это не подняли. А там два алмазика, можно сказать. Краузи. В воде может? Да, вот. Тут одно. Краузи. В принципе, вот это. Во, отлично. Что еще можно выкинуть? Вот так. Офигеть, сколько тут всяких вещей. Давайте повыкидываем. Это можно, это можно. Это можно. Голдстоун даже есть. Так, вот. О, еще. Там еще босик. Но он в земле, да? Нет, не в земле. А, он же пропал, зараза. Давайте еще вот этого убьем. Охренеть. Столько. Смотрите. 48 уровень, да? 49-й. Давайте вот только вот этих убьем 40-х уровней, чтобы прокачать его уже к 50-му. Так, смотри, сейчас мы его уже до 50-го прокачаем. Если тут есть вот такие 40-е уровни, то, в принципе, 30-е, мне кажется, тоже пойдут. Не так много, но все же. 40-е вообще охренеть, сколько опыта идет. Так. Так. 27. Офигеть. И сейчас уже уровень? Или еще потом одного? Еще одного. Давайте вот этого. Мне кажется, пойдет. За одну серию. Люксрей 51 уровень. Самурод 51 уровень. Клум 50 уровень. Давайте посчитаем. Нам нужно 9, 19, 28, 41, 55 раркенди, чтобы прокачать нашу команду. Что мы, ребята, в следующей серии и сделаем. А потом еще в следующей серии мы, наверное... Хотя нет, мы не будем еще спавнить вот этого Молтреса, потом позже его заспавним. Но вот этот остров реально охрененный. Давайте даже вот тут создадим вот эту, что
Вот остров реально офигенный. Домой, ребята. Офигеть. За одну серию мы прокачали практически 32, где-то 3... 40 уровней мы практически прокачали нашим покемонам. Охренеть, ребята. Давайте на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки. Не забываем, ребята, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Сейчас уже, можно сказать, она действительно быстрее выйдет. Так как я говорю, я уже, можно сказать, не выздоровел. То есть, еще раз скажу, я приболел, но сейчас уже более-менее нормально. И поэтому, мне кажется, серия быстрее выйдет. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.